Здравствуйте, дорогой Раф. Вопрос от десятки. Если молитва — это картинка состояния определенного момента десятки, накапливание молитв становится ли это как духовная память души десятки? Если да, можем ли мы обращаться к этой памяти в момент отрыва? Это вы уже потом увидите, как это происходит. Не то, что он строит там память, да, нет. Нет, мы должны это увидеть. Нет мудрого больше, чем опытный. Вы будете молиться, и вы увидите, как собираются эти молитвы, как они организуются, как они превращаются в хиссарон, и как Творец работает с этим хиссароном. Главное — молиться. Молитесь, просите. Просите свойства отдачи.